Жители Москвы несут цветы к посольству Франции на Большой Якиманке, чтобы почтить память погибших в результате серии терактов в Париже. В знак траура флаги во французском посольстве приспущены. С поздней ночи у здания дипмиссии горят свечи. На самом деле, конечно, это безумие останавливать нужно, потому что мы вот часто ездим туда, то есть как-то неспокойно уже становится. Вот этот терроризм, вот это ЭГЭ, это зло, и с ним надо бороться. Я думаю, Франция найдет в себе силы, вот, и даст, в общем-то, достойный ответ. Я здесь, чтобы поддержать, и Франция всегда в моем сердце, и Париж в моем сердце. Люди оставляют записки на английском и французском языках с призывами остановить войну, а также со словами соболезнований в адрес родственников погибших и сочувствия пострадавшим.